Начинаем сегодняшнюю трансляцию. Пока готовлюсь. Пока у нас присоединяются зрители. Так. Сегодня у нас будет гелевая коррекция с дизайном. Я прям специально подобрала вам сегодня тему с дизайном, потому что очень многие в конце просят, чтобы показать именно дизайнами. Декорации у нас вышли новые. Немножечко и старыми мы поработаем. Сегодня будет такой микс. Вот, упор сделаем, в общем, прямо на дизайн. Коррекцию сделаем быструю. Я для этого возьму сейчас скажем, такой интересный продукт. Он и жидкий, то есть средней такой степени вязкости в бутылочке. Им очень работать удобно именно на коррекциях, хотя он универсальный. Подходит и для наращивания, и для укрепления, и для быстрой коррекции. Его можно работать именно с опилом, можно без опила, то есть как вам удобно, как вы привыкли и какая у вас сейчас работа. То есть он подойдет под все виды работ. Я говорю о жидком полигеле, акригеле. У нас это называется Flexible Gel, жесткость акригеля, вязкость базы. Очень удобно работать. И как раз этим продуктом мы сегодня сделаем с вами быстренько коррекцию. Вот. Ну что же, я смотрю, у нас уже люди присоединяются. Кто меня еще не видел, не знает, представлюсь. Меня зовут Юлия Бабушкина, я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе Воронеж и творческий партнер компании Эми. И сегодня, как всегда, эфир про моделирование. Ну что же, здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. Всем здравствуйте. Переворачиваю экран, и будем с вами рассматривать сначала материалы, которыми будем работать сегодня, и затем уже приступим к технике работы. Так. Оп. Отличненько. Я сегодня подготовила вам два шпальчика. Ну, на одном я хочу показать вам именно технику выкраса цветным обычным гель-лаком. И на втором пальчике мы будем уже делать дизайн. Вот. Почему два? Потому что не люблю показывать просто дизайн. Мне нравится, когда он в сочетании с цветным каким-то полностью покрашенным пальчиком. Поэтому, чтобы это смотрелось именно так, как на клиенте, я подготовила два пальчика. С прошлого эфира у нас здесь с вами было моделирование формы миндаль. Такой немножечко вздернутый, да, как это любят в последнее время. Но при этом, посмотрите, боковые параллели у нас с вами на месте. Что я сделала? Я сняла практически полностью до тонкой подложки вот здесь материал. То есть у нас с вами нет апекса вообще, у меня ноготь практически плоский. И оставила на кончике материал как можно больше. Форму, длину я не делала. Также с боковых линий, вот здесь вот я сняла тоже материала чуть-чуть побольше. То есть оставила только центр свободного края. Почему? Потому что так мне будет легче восстановить форму. Ну и плюс нет смысла снимать здесь до конца, потом накладывать, да, давайте хотя бы на этом этапе мы с вами будем экономить время и материал, потому что материалы у нас с вами качественные, хорошие, они, естественно, не дешевые, соответственно, нет смысла их до конца снимать и расходовать. Вот, поэтому вот такую работу я проделала, сделала маникюр, сделала подготовку. Подготовка у нас идет по поверхности, мы снимаем фрезой и выглаживаем поверхность. Стараемся для экономии времени не работать по поверхности пилками. А ногтевую пластину мы уже обрабатываем бафом. Я это делаю вот таким бафом. Одна сторона 180, другая 100. Естественно, смотрим по ногтевой пластине, когда какой стороной работать. Но пилками я не советую вам обрабатывать все-таки ногтевую пластину, потому что мы ее травмируем так или иначе. Вот. Так, ну что же, чем будем работать? Работать мы будем вот такими Flexible гелями. Это гели средней вязкости, но при этом они достаточно жесткие. Ну, тоже такая средняя степень жесткости, я бы сказала, как раз которая подходит очень хорошо нам и на коррекцию, и на наращивание можно сделать даже ими. Вот. И
для быстрых коррекций они тоже подходят. Хорошо, достаточно таки держит арку, можно поджимать. Сейчас это в современном моделировании, да, очень популярно, поэтому здесь такая функция тоже есть. Давайте быстренько покажу вам по цветовой палитре. У нас 4 цвета. За шум извиняюсь, у меня очень шумные соседи, там кофейня. И периодически заходят с детками. Вот, и вот такой шум у нас бывает. Плюс кофемашина шумная. Вот, 4 цвета и прозрачный инколор. Ну, прозрачный, я думаю, здесь как бы смотреть особо нечего. Единственное, по вязкости давайте с вами глянем. Он абсолютно прозрачный, вязкость у него вот такая вот средняя. Он не жидкий, то есть капелька тянется, но при этом очень круто выравнивается. Вот. И 4 цвета. 2 бежевых, один, сейчас вот эти уберем, да, один у нас будет бежевый, чуть потеплее, вот такой вот оттеночек. Они оба очень классные, достаточно такие укрывистые. А вот этот вот у нас будет похолоднее, вот кому какой нравится. Вот потеплее и похолоднее. 2 бежевых цвета. Дальше у нас есть очень плотный белый. Я рекомендую его использовать как раз под декор, когда нам нужна белая подложка. Это очень удобно. Он не смотрится у кутикулы как замазка, это важно, но при этом он очень сильно укрывистый. То есть можно использовать сразу вместо цвета. И вот такой вот слегка полупрозрачный, холодный розовый цвет, которым сегодня, кстати, мы с вами и поработаем. Вот. Он, ну, такой вот из них, из всех, я бы сказала, слегка полупрозрачный. По свойствам они все одинаковые. Вот, поэтому можно брать в работу любой. И я хочу сегодня поработать новыми декорациями. Как всегда, быстрый, простой дизайн. Декорации новенькие, вот такие классные, в стиле тату я выбрала для вас сегодня. Не знаю, что получится, но мне хочется вот что-то в стиле вот таким вот животным принтом сделать. Посмотрим с вами сейчас. И очень популярный в последнее время мультипл дизайн гель у нас есть с вами, на который мы можем без труда приклеить любую фольгу, матовую, глянцевую. Сегодня с вами матовой поработаем. Вот. Это немножечко в секрете уже оставлю. Хорошо, до конца досмотрите, чтобы хоть какая-то интрига была. Так, ну что, будем с вами работать сейчас на коррекции. Здесь нам нужно восполнить объем S-изгиба и немножечко по боковым линиям. То есть это коррекция, это будет достаточно быстро. Вот, уделим с вами дизайну сегодня больше внимания. Что делаем? Обезжириваем ногтевую пластину средством для обезжиривания и снятия липкого слоя обязательно, потому что я уже могла там где-то прикоснуться, еще что-то. Вот. Для подготовки нам нужно, как всегда, 3 жидкости. Nail Prep, Ultra Bond и я пользуюсь чаще всего Super Bond гель. Это гелевая база. Так как Flexible гель это все-таки жесткая гелевая система, поэтому здесь Super Bond гель он уместен. Вот. Если вдруг у вас влажная ногтевая пластина у клиента, да, тогда я рекомендую заменить Super Bond гель на базгель. Это база гель-лак. Гель-лаки у нас выступают абсорбентами, поэтому они немножечко будут вытягивать влагу из ногтя, вот, на себя и чуть-чуть будут, скажем так, продлевать срок носки. В таком случае ультрабонд нам не обязателен, если мы пользуемся с вами вот такой схемой. Nail Prep дегидратор, он в работе всегда нам нужен, неважно, каким материалом мы работаем. Гель-лаковая система в зону кутикулы, либо же гелевая система тогда на весь ноготочек. Сейчас я обрабатываю весь ноготочек быстрыми движениями. Он очень быстро испаряется, хорошо проникает именно под кутикулу, потому что бывает, что у нас под кутикулой все-таки остаются
скажем так, кожа напитанная достаточно, если клиент пользовался какими-то кремами, лосьонами, не только для кожи рук, но и для лица, тоже может попасть, поэтому дегидраторы нам обязательны в работе. Далее берем ультрабонд и очень тоненько стараемся его нанести только на ногтевую пластину. Не давим на кисть. Вот такими движениями нанесли и ждем где-то 30 секунд, ну, минуточку. Если мы работаем с вами конвейером, то пока мы до 10 пальчика дошли, естественно, у нас препарат уже схватился и можно дальше работать. Ультрабонд – это, скажем так, двухсторонний скотч, которые обеспечивают дополнительную сцепку между натуральной пластиной и ногтем. В гель-лаковом покрытии я его использую крайне редко, только на поврежденную какую-то ногтевую пластину, да? Вот. В гелевой системе использую всегда. Дальше мы с вами работаем базой. Супербонд гель. Это гелевая база и предназначена именно для гелевых продуктов. Под гель-лак мы ее не кладем. В тонком нанесении она такая же эластичная, обеспечивает дополнительную сцепку гелева с ногтевой пластиной. Да? Наносим тоненьким слоем, я сначала ее наношу вот такими вот движениями, немножечко втирающими для того, чтобы она лучше проникла в ногтевую пластину. Аккуратненько, хорошо прорабатываем боковые линии, это очень важно, потому что часто бывает у нас именно по боковым линиям могут быть отслойки. И у кутикулы. Почему? Потому что базу прокрыли недостаточно хорошо. Смотрите, остальное я просто стягиваю, потому что здесь у нас материал идет уже, а не натуральный ноготь, поэтому просто стянула и все. Вот, я немножечко сейчас подсушу, чтобы у меня база никуда не убежала. Я всегда работаю по одному пальчику, буквально несколько секунд, и дальше работаю уже со вторым. Вот, либо с другой рукой, да, я работаю вот таким образом, конвейером, для того, чтобы как раз по боковым линиям у меня база никуда не отскочила, потому что если хотя бы чуть-чуть она сдвинется, бывает такое, то когда мы будем жесткий материал ложить с вами, да, на ногтевую пластину, у нас там потом будет отслойка. Очень важно, чтобы любой жесткий материал, гелевая система, она была с отступом от кутикулы и с базой не в стык и не заходила за пределы базы. Это очень важно. Все, сушим. В лампе Эми я сушу где-то минуту. Вот, если базу, да, если у вас лампа не такая мощная, то рекомендую просушить все-таки 2 минуты базу любую. Если вдруг у вас какая-то другая лампа, там сановские, например, они немного по мощности отличаются, естественно. Вот. Сейчас пока дайте какие-нибудь реакции мне, что меня слышно, видно. Потому что бывает такое, что у меня зависает. Супер, продолжаем. Я очень рада. В ВК последнее время почему-то у меня бывает и качество низкое, хотя Wi-Fi полный показывает. И бывает такое, что просто на середине отключается, а я веду дальше и не знаю об этом. Так, отлично. Дальше мы с вами возьмем Flexible гель Розали. Именно его я сейчас возьму с розовинкой, у нас подложечка белая остается и хорошо подойдет к цвету, который я дальше буду использовать. Рада опять присутствовать на вашем эфире. Эфир отличного качества. Галина, спасибо большое за обратную связь. Так, смотрите, тоже рада вас всех видеть. Рада, что мои прямые эфиры пользуются все-таки популярностью, что я даю вам что-то полезное. Это всегда очень радует. Так, смотрите, на кисточке с одной стороны я об флакон практически все сняла, на другой стороне у нас капелька. Как я и говорила, с отступом от кутикулы я сейчас делаю мокрый пол сначала.
не втирающими движениями, а обычный средний такой мокрый пол. Хорошо прорабатываю боковые линии. Что-то у меня тут розовое прицепилось. По этому слою у нас с вами будет выравниваться. Смотрите, я вам не зря с начала эфира рассказала, что я делала. Так, ух ты, у нас... Есть гости из Братска даже. Здравствуйте. Я сняла материал практически весь с ложа, а на торце я оставила материал посередине практически в полном объеме, а по краям тоже немного подсняла. Для чего? Для того, чтобы нам с вами быстрее выполнить коррекцию, восполнить только S-изгиб, и по боковым линиям я хочу ноготочек чуть-чуть поджать. Поэтому я чуть больше сняла материала старого, а новый... мы с вами туда тоже заложим и подожмем ноготочек. Так. Ставлю теперь капельку. Точно так же я с одной стороны сняла, на другой у меня есть материал. Капелька небольшая. Помним, что, там, что нам нужно с вами только S-изгиб восполнить. Поставила капельку и немножечко ее подвигаю. На торце много материала нам с вами не нужно, только по боковым линиям. Поэтому я веду в торец минимум материала. У нас там от старой коррекции, вернее, у нас там было наращивание, осталось. И могу сразу взять... тонкую кисть, она нам понадобится, я могу сразу взять... и добавить материал вот здесь вот по боковым линиям. Провела здесь, и равняю теперь. Вот по боковым линиям, да, он может нам понадобиться, потому что я хочу поджать. Теперь я переворачиваю пальчик и выстраиваю S-изгиб. Я это могу сделать кистью из флакона, и, либо же тонкой кистью, как вам удобно. Я это сделаю сейчас, конечно же, без... камеры, потому что мне будет неудобно такую высоту делать. Но я вам сейчас, когда выровняю, я покажу, что я делала. Так. Смотрите, с боковой линии вот так вот будет хорошо видно. Я подсняла материал с кончика, зацепила капельку и повела ее вот сюда на серединку. Оп, и отпустила. Вот таким способом я выравниваю в перевернутом виде материал. Мне не нужно выстраивать какие-то большие апексы. Этого не нужно делать сейчас. Потому что современное моделирование у нас предполагает, что у нас все-таки линии очень плавные. Вот. Сейчас быстренько по боковым линиям здесь восполню. И буду сушить. И S-изгиба как такового у нас с вами здесь сильного выраженного нет, потому что у нас моделирование идет такое полуарочное, у нас есть с вами там арочка. Значит, ноготь не вниз направлен, поэтому S-изгиб будет очень-очень плавный. Сейчас посушим немножко, я вам покажу. От кутикулы отступаем. Это нам даст, во-первых, предотвращение отслоек, во-вторых, отрастать очень-очень будет плавно. У нас не будет у кутикулы вот этого, знаете, при отрастании такой ступеньки. Давайте покажу. Вот что я сделала. Вот такой вот S-изгиб у нас очень плавный. И пока горячо, я могу поджать материал. Вот таким образом, прищепочкой. Я поджимаю материал по боковым линиям. Прищепочки мы с вами ставим от подушечек пальцев только на свободный край. Немножечко могу прям поджать. И отправляем дальше на просушку. Если бы я не убрала старый материал с боковых линий,
то мне некуда было бы заложить новый материал, который можно поджать. Да, вот этот момент тоже понимаете. Поэтому при коррекции у нас с вами, ну вот, допустим, мы гель с вами корректируем наращивание или исправление архитектуры, коррекция у нас была, да, вот, мы с вами в зоне ложа обязательно снимаем практически весь материал, но не до конца, не до ногтя, потому что ногтевая пластина у нас очень сильно портится, если мы снимаем полностью. Вот, по боковым линиям тоже немножечко подснимаем, а в зоне свободного края оставляем материал для того, чтобы восстановить нашу с вами архитектуру. Здесь я по форме и по длине вообще не корректировала, то есть, ну, предположим, клиент говорит, я хочу настолько, насколько отросло, вот, то есть это можно и пилкой легко потом подправить. Вот, если кардинально другая длина должна быть, да, снимаем аккуратненько, тогда, конечно, мы убираем длину, делаем быстренько форму, но не на чисто. Сейчас приклеилась у меня здесь немножко. Да что ж такое? Сейчас отщелкнется. Бывает. Бывает и такое. Оп, все. Вот, он узенький, красивенький, поджался. Сейчас я с вот этим пальчиком сделаю то же самое. Вот, если клиент говорит, что хочет достаточно такие сильно убрать длину и поменять форму, тогда мы убираем, конечно, длину, но оставляем на подпил конечный где-то 2 миллиметрика обязательно. То есть не сразу на чисто с вами делаем форму и длину при коррекции. Как правило, у меня клиенты говорят, насколько отросло, поэтому я ее вообще не трогаю. И делаю это потом уже с основным опилом. Потому что зачем я буду тратить время, свой ресурс, да, на форму, если я потом еще буду пилить. То же самое переверну сейчас, сцентрую. Со свободного края я уберу материал, выстрою плавный S-изгиб. Сильных каких-то бугорков у меня здесь не будет. Мы сейчас стараемся от них отойти. И даже при коррекции мы вот стараемся приподнять свободный край, когда он клюющий, да, и выстроить не такой сильный S-изгиб. Так, сушим пока. Все материалы можно посмотреть на Валберес и Озон. Все это можно приобрести сейчас либо же на официальном сайте emishop.ru, либо же у официальных дистрибьюторов. Так, еще просмотрим сейчас. Если мне какая-то вот здесь попалась небольшая такая точечка, ну, приопили потом с ним. Если вдруг по боковым линиям все еще не хватает, вы можете тоненько прокрыть весь ноготочек. Посерединке не добавляем объем, а вот в бока немного спускаем. Кому-то, может быть, этот способ будет полегче. То есть второй раз лучше прокрыть и добавить по боковым линиям. Угу. Сушим. Чуть-чуть сейчас подхватится, и мы тоже его подожмем. Вот, работаем с вами Flexible Gel. Он идеально подходит для коррекций. У него 4 оттенка и плюс прозрачный инколор. Кстати, прозрачным я тоже пользовалась. Мне нравится, когда наращивание именно прозрачного кончика. Вот, пробовала им делать. Тоже хорошо получается. Давайте немножко подожмем сейчас. Угу. И досушим. Здесь не будет прям сильного какого-то опила.
поверхность достаточно ровная, потому что материал очень хорошо выравнивается. Поэтому мы сейчас чуть-чуть подправим с вами форму, длину, и по большей части по боковым линиям поработаем. Вверх он практически идеален, поэтому мы зашлифуем его бафом. То есть на пиле тоже немножечко сэкономим с вами. Посушили. Я сейчас достаточно быстро стараюсь работать, поэтому где-то чуть-чуть не досушиваю. Но вы имейте в виду, что материал полная просушка 2 минуты. Это обязательно. Потому что у меня два пальца, и я еще хочу дизайн сделать, выкрас вам показать. Поэтому я прям достаточно быстро работаю. Обезжирили с вами. Кутикулу тоже получше. Вот. И работаем по боковым линиям. Немножечко придаю здесь форму. И немного убираю длину. У меня с вами, смотрите, современный миндаль, поэтому здесь прямая линия и легкое вздергивание к кончику. Здесь полуарочная техника была наращивания, поэтому, когда я сейчас уберу длину, у меня, скорее всего, раскроется толщина. Эту толщину с торца нам нужно будет вынимать с внутренней стороны, не с внешней на себя пилить, потому что у нас клюв получится, а нужно именно с внутренней убрать. Делаю форму сверху, немножечко могу заузить, потому что, опять же, я смотрю в торец и вижу вот здесь вот толщина, значит, я могу по поверхности вот здесь вот немножечко попилить и заузить ноготочек, тем более, что мы поджимали его, то есть материал там есть, он у нас немножечко во внутреннюю часть ушел, поэтому делаем чуть поуже. Нижнюю параллель тоже подправляем и делаем вот этот вот легкий скос. Боковая линия. Хорошо прорабатываем зону вот здесь. И с другой стороны тоже самое, боковая линия. Центр, видите, я практически не трогаю. Здесь бафом мы сработаем, все очень ровненько. Последнее движение, я люблю вот такое делать, нижняя параллель, боковушечка и на поверхность. И здесь то же самое, нижняя параллель, боковая параллель и на поверхность. Все остальное я просто шлифую бафом. Когда шлифуете бафом, тоже старайтесь по прямой шлифовать, потому что если вы будете по диагонали шлифовать, то есть можно где-то немного подснять материал, вот, и будет не очень хорошо. Все, этот ноготь у нас готов достаточно быстро. Такой же, ну, небольшой апил будет, если у нас, например, с вами было исправление архитектуры на прошлой коррекции, на этой коррекции мы с вами только подправляем это. Вот. Боковая линия. Прорабатываем зону вот здесь вот, чтобы все ровненько было, потому что у нас здесь будет свет. И опять боковая линия. Немного по форме подправляю. Длину немного убираю. Здесь у меня небольшая ямочка, я все-таки чуть-чуть пройдусь и по центральной линии. Но не сильно, моя задача не спилить, а только немного подправить. Теперь нижняя параллель, опять же, и небольшой скос вверх к кончику, плавный. С этой стороны и то же самое делаю с этой стороны. Все, последнее движение.
И все остальное можно зашлифовать. Вообще все коррекции у нас должны проходить именно по такой схеме. Первая коррекция, когда у нас нужно, или покрытие, да, жестким материалом, когда нужно исправить архитектуру, оно, конечно, будет сложновато, оно будет дольше, больше опила, но с последующими коррекциями уже будет намного проще, потому что нам действительно нужно будет только корректировать. Открылась небольшая толщина с торца. Я обычно беру вот такие вот фрезы с носиком елочки. И при каждой коррекции чуть-чуть приподнимаю. Сейчас немножко с вами пошумим. Вынимаю вот эту вот толщину. И с обратной стороны тоже. Здесь у нас коррекция наращивания, поэтому не сильно выпиливать нужно. То есть немножко толщина открылась, мы ее подобрали. Если же вы делали коррекцию и при коррекции у вас сильно клюющий край будет, то, конечно, здесь выпиливать нужно намного больше. Теперь мы очень хорошо это все обезжириваем и приступаем к дизайну. Мизинчик я прокрою цветом. С внутренней стороны тоже сейчас все обезжирим. А на безымянном уже буду делать именно дизайн, подходящий к этому цвету. А цвет я взяла 423-й. Маджента, очень люблю этот цвет, для меня он все-таки такой вот еще яркий, но осенний уже. Возьму кисть овал, тоже выкрас делаю с помощью этой кисти. И мне нужна апельсиновая палочка, куда я ее делаю. Сейчас быстренько приберемся, чтобы чистенько все было. Так, вот она. Чтобы нанести как можно ближе к кутикуле, конечно, мы кутикулу палочкой еще дополнительно вот так вот поднимаем. Дальше я беру цвет из флакона. Сейчас, секунду. Какая-то у меня тут ниточка, волосиночка в новом цвете попалась. Вот, вытираю его вот таким вот образом об ногтевую пластину. Беру овал, кисть, у меня номер 4, немножко вымазываю и прям отодвигаю хорошо кутикулу, прохожусь как можно ближе под кутикулу. Есть цвета плотные, как этот, можно сработать прям в один слой. Есть цвета, которые менее плотные, укрывистые, то в два слоя работаем. Я этим цветом буду работать в один слой. Как можно дальше завожу кончик кисти. Я не люблю прокрашивать тонкой кистью, потому что ее очень тяжело контролировать. А вот эту широкую, ее очень легко контролировать прижимом. Таким образом мы с вами выкрасили как можно дальше под кутикулу. Но у меня карман здесь сам по себе небольшой, поэтому прям сильно-сильно здесь не получится. Ну вот, насколько можно, да? Дальше я беру уже из флакона кисть, с одной стороны вытираю полностью, с другой, ну, немножечко смахну, потому что у меня флакон новый, там много материала, то есть, ну, такой вот средний слой. Опять же, я сначала вытираю об середину, далее прорабатываю от синуса к свободному краю. Уже очень легко ложится, потому что я задала траекторию, да? Я уже обработала тонкий-тонкий слой, нанесла этого цветного гель-лака, который позволит мне уже более точечно работать
кистью из флакона. И дальше, смотрите, я саму кисть не подгоняю под кутикулу, я делаю такой маленький валик из гель-лака и его вот так легкими движениями пододвигаю. И вот эту траекторию, которую я с помощью отдельной кисти задала, да, она обеспечивает мне как раз вот эту вот грань, куда у меня гель-лак подталкивается цветной, но не затекает. Угу. Так, у меня здесь опять какая-то волосинка. Наверное, все-таки от салфетки. Угу. Вот так. Сейчас подвыровняем. Смотрите, очень классно ложится в один слой. Цвет просто бомбический. Всегда от кончика тонкой кистью я немножечко подсобираю цвет легкими движениями, чтобы, знаете, не получилось такого эффекта носика уточкиного. Вот, очень шикарный, классный цвет. Сушу. Так. А второй ноготочек я не буду покрывать этим цветом. Я подобрала под этот цвет подходящую матовую фольгу. Выбрала бледно-розовую и вот такую вот фуксию. У нас на сайте emishop.ru очень большой выбор матовой фольги. Для дизайна она очень круто смотрится. И для нее, для вот таких вот ярких цветов, еще можно какую-то нейтральную взять, да, третий оттенок. Это может быть белый, это может быть вот такой вот желтовато-молочный, слоновая кость называется, либо матовый холодный серебро. Здесь смотрите на ваш вкус, какая вам больше всего нравится. Вот. Я же возьму, наверное, скорее всего, слоновую кость. Мне почему-то хочется что-то потеплее в этот раз сделать. Вот, сейчас сразу небольшие фрагменты с вами подготовим. Отрежем ножничками, чтобы нам было удобно работать. Большое количество розовой тоже возьмем. Это вот для любителей дизайна. Угу. И возьмем яркую вот такую вот фуксию. Ее будет больше для того, чтобы как раз сочеталась с цветом, с вот этим, да, вообще вот очень хорошо будет сочетаться. Так, теперь мы с вами возьмем Multiple Design гель. У него очень крутая липкость, и матовая фольга очень хорошо на него отпечатывается. Так, для работы с этим гелем я возьму отдельную кисть. Я буду прокрывать сейчас только половиночку своего ноготка. И сейчас подумаю, какой у меня дизайн. Мне, конечно, очень хочется что-то вот такое или вот такое на половиночку сделать. Давайте сейчас сразу, наверное, посмотрим, какой нам нужно будет сделать. От этого будет зависеть, наверное, размер половинки нашей фольгой, которую будем делать. Вот поместится мне, интересно. Мне, конечно, не поместится, скорее всего, вот эта половина вот этого прекрасного зверя, тигра. Мне кажется, она не поместится. Да, а мне он так нравится. Узкий очень ноготь у меня здесь. Ну да, наверное, не будем рисковать. Тогда что у нас остается? Либо вот этот вот маленький, но здесь белая окантовка, он нам не подойдет. Либо вот змея. Да? Змея, скорее всего, хорошо подойдет. Здесь ноготь будет, ну, прям пополам. Или все-таки рискнуть и попробовать? Давайте рискнем и попробуем все-таки сделать зверя. Очень он мне нравится.
сразу сейчас отрежу кусочек и посмотрим с вами, как он ляжет. Все-таки ноготь с изгибом, возможно, он на изгиб ляжет достаточно хорошо. Сейчас глянем. Ну, нет, значит, змею сделаем. Ой. Так. Смотрим. Если, например, у нас прям четко пополнено. Да нет, нормально, ляжет. Ляжет он хорошо, поэтому оставляем его на дизайн. Класс, похожу с дизайном немножко. Так, но пока готовим с вами фольгу. Сейчас мы, наверное, с вами рисуночек сразу размочим. Сейчас я его положу. Подготовлю. За кадром пока работаю. Положила нашего тигра размачиваться. А теперь беру кисточку, беру небольшое количество нашего мультипл дизайн геля и прокрашиваю только одну половинку. Тоненько. Так, достаточно ровненько, чтобы было, да? Можно, конечно, прокрасить цветом, а потом на этот цвет уже нанести наш мультипл гель и фольгу. Ну, тут смотрите сами, как вам больше нравится. Я решила попробовать так, в качестве экономии времени. Сушим где-то секунд 15 и будем с вами пробовать отпечатывать. Так, я думаю, достаточно. Давайте попробуем немножечко. Угу, отлично отпечатывается. Сначала я такие небольшие мелкие сделаю. Потом я возьму матовую, светлую, тоже ей поработаю. И промежуток. Угу, промежуток прям сильно получилось, да? У меня давайте тогда еще раз к розовой вернемся с вами. Угу. Вот так сделаем. Как-то вот такой у нас с вами получился интересный дизайн. Еще хочется, кстати, вот здесь тоже оп, прокрыть. Угу, отлично. Ой. Дальше у меня будет уже как раз nail dress с тигром. Поэтому я сразу возьму слайдер топ. И тоненько прокрашу весь ноготочек. Начинаю с той стороны, где у меня нет фольги, чтобы слайдер-топ фольгу не разъел. То есть по фольге работать будем очень-очень быстро. И быстренько фиксируем с вами фольгу. Угу, все, сушим. Сушим секунд тоже 15, если эмилампа, если другая лампа какая-то, то где-то секунд 30. И будем с вами делать нашу наклеечку.
Так, вот она у нас уже готова. Я прям вот так ее сейчас возьму и примеряю серединочку, чтобы у нас черная полосочка на серединочке была. Немножечко могу подвинуть. О, шикарно. Очень круто получилось. Чуть-чуть растяну. Угу. И хорошо прижму. Вот такой у нас с вами получился дизайн. Достаточно быстрый, легкий, да? Я люблю, когда быстро и легко. Так, чуть-чуть вот здесь вот у меня линия ушла. Сейчас я ее поправлю. Хорошо, разглаживаем, прижимаем и отправляем еще на секунд 5 в лампу. Угу. Дальше я обрабатываю nail dress уже ультрабондом, но не тем, который мы на ногти с вами используем, да, на подготовку, а какой-нибудь вот старенький, жирненький, который уже на ногтевую пластину не идет. Есть у меня такой ультрабонд, потому что на нашей наклеечке нужно создать липкость, чтобы она хорошо держалась под топовым покрытием. Прям по ней прохожусь, все складочки как раз уйдут, если вдруг они есть. Если есть что-то лишнее, можно как раз на этом этапе подснять. Вот здесь у меня под кутикулой что-то было. Все. И, конечно, такие дизайны, они очень круто смотрятся в матовом. Поэтому мы покрывать с вами будем матовым. Соседний пальчик тут как бы, смотрите, матовый или глянцевый. У меня здесь фольга немножко, кусочек прилип. Вот, я оба пальчика прокрою матовым, мне прям хочется все, чтобы было. И сейчас мы с вами как раз посмотрим, как это все красиво будет смотреться. Прокрываю матовым топом наш дизайн. Это, кстати, новые nail dress'ы. Новая коллекция. Вышло сейчас их очень много. И одни из них вот такие в стиле тату. Очень классные. Есть осенние с осенними композициями, цветами. Есть такой зеленый мрамор с золотом. Тоже очень красивый. В общем, такие прям трендовые осенние. Здесь чуть-чуть у меня что-то. Прям аккуратненько, очень хорошо проходимся по боковым линиям, чтобы все было прокрыто. Последний разочек. Оп, все. Подсушим буквально 2-3 секунды и перекроем уже с вами соседний пальчик, чтобы полностью увидеть картину, что у нас с вами получилось. Люблю цвета, которые в один слой кладутся. Это вообще очень хорошая экономия времени. Удобно работать. И вот один из таких цветов — маджента. Очень популярный, клиент очень любит этот цвет. Он красивый, насыщенный, яркий, но для меня это все-таки уже, да, такой осенний. На теплую осень, так сказать. Угу. Тоже сушим. 30 секунд я сейчас подхвачу. Не буду долго вас томить, но я напоминаю, что все топы мы с вами просушиваем обязательно 2 минуты, и матовые в том числе, чтобы он тоже достаточно был крепкий, не стирался так сильно и не пачкался. Матовые топы, конечно, они в любом случае будут пачкаться, но чем дольше мы просушим, тем топы будут более крепкими. Вот. Поэтому 2 минуты обязательно, чтобы у нас все схватилось. Вот такой у нас получился с вами дизайн. Матовый с фольгой.
с новыми нейл-дрессами. Вот я не досушила, немножечко он, конечно, неровненький. Мне очень нравится. Прикольный дизайн получился. Прям вот классный. Вот, поэтому вот такая вот идея с матовыми, с матовой фольгой. Пользуйтесь. Сейчас очень большой выбор ее есть на сайте. Разных оттенков можно комбинировать очень классно. И вот так вот с новыми нейл-дрессами. Все, всем спасибо большое, что были сегодня со мной. Надеюсь, было полезно. Увидимся в следующую среду.